Ризома очень сильное растение, округлая головка, характерное, ее всегда можно найти на поле, характерный признак — очень большие листы, вот эти все, ну, боковые, как ухи слона, можно сказать, такие, да, это характерное, очень сильнорослое растение. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.